Дядя Гутенберг слыл книголюбом, и он жил на Чаринг-Кросс. Так много манускриптов он скопил. Он без устали читал мне, когда красным не был нос. Вот о чем узнал под небом мой любимый библиофил. А том, что книга не переплет, книгу откроет, тот поймет. И в третьем абзаце может статься все совсем наоборот. Стоит только лишь начать и ловко между строк читать. Истинно твой мир перевернет. Будь он хоть золотой, но книга не переплет. Мэри Поппинс, а можно пример для наглядности? О чем речь? Нелли Рубина была сухой, да вот никто не знал, что хоть весь ствол ее был голым, она корнями молода. И весной лишь мистер Хикри заприметил там цветы. Корень он привил на ствол, и Нелли вновь дала воды. А значит, книга не переплет, кто книгу откроет, тот поймет. И в третьем абзаце может статься все совсем наоборот. Стоит только лишь начать и ловко между строк читать. Истина твой мир перевернет. Будь он хоть золотой, но книга не переплет. А может, куплет о богатой вдовушке? Удачная мысль. Один из любимых. Ну так споем же. Леди Винсент Мако во всей красе пришла на риф. Лишь с улыбкой на лице. Стыд свой листиком прикрыв. Смутились даже воры, было нечего стыщить. Если ты в чем был рожден, богатству сложно удивить. Но книга не переплет, кто книгу откроет, тот поймет. И в третьем абзаце может статься все совсем наоборот. Тару-дари, тару-дара, тару-дари, тара-дара. На твой мир перевернет. Луна-на-на. Будь он хоть золотой, но книга не переплет. А спой-ка куплет про прохвоста при подлого плута. Он же длинный, пока споешь. Ну, быстрее начнешь, быстрее закончишь. Много лет назад стоял славный град. Так вот, тамошний король прятал свою боль. И в школу не ходил, и был полный ноль. Имел войско солдат и парламентский сенат, но вот испытывал печаль. Жаль, ведь ничего почти не смыслил он в цифрах. И знал мало слов, но его большой короной было не найти мозгов. И тогда королева своим подданным велела знать и армии, и свите. Все общите, мудрецов не созовите. И отправилась вы. И пришли мудрецы с целым возом идей. День и ночь его учили, чтобы стал он чуть умней. Но король был как пень, на мудрецов он бросил тень. Без суда их обезглавил, это судьбоносный день. А сами спит. Их женам выслали письмо, король без нервы скорбит. Но однажды некий Брутов объявился невзначай. Говорит, мол, я явился короля, чтоб научить. Королева без слов, не уж тоже наш жутов. А вот он в пошлёпах нечем всех написал. Любой десяток ты король, если поёшь тебе простой. Всего-навсего из ноль, будь всегда за ним самой. И под лицом без смерть засиял его творец. Нашел друга, наш монарх, его сказочный конец. А мораль весьма простая, молодёжь не веселит. Ведь поди там угадай. Но бывает исключение, но не забывай. Не зевай. В общем, я хочу сказать, что стремимся показать все, что важно в этом мире, нужно в сердце вам искать. Вот книга не переплет, тот книгу откроет, тот поймет. И в третьем абзаце может статься все совсем наоборот. Так что прежде, чем лечь поспать, вам будет полезно почитать. Еще разок, тогда до всех дойдет. А ну как все вместе? Поверь, дорогой, но принцип другой.